Так, сегодня пятый день нашего путешествия. Вчера мы сходили на водопад Вучар. Наконец-то я выучил это название. Сегодня мы пойдем по грибы. Идти нам предстоит вон туда, вот в тот распадок, в то ущелье. Там, в принципе, вот такие белые скалы. Это как раз и есть грибы. Вот туда нам сейчас придется дойти. Я, как всегда, включаю навигатор. Вся статистика нашего движения будет записана. Скорость перемещения, общее время в пути и так далее. Вчера мы не осилили грибы. Уже напились так воды из водопада, что уже просто не влазило никак. Пересыщение наступило. Грибы уже не пошли. Вот сегодня пойдем с утреца за грибами. Сегодня мы, правда, не так рано стартанули. Время почти 9. Сегодня был утром холодный ветер. Сейчас солнышко встало над горами, осветило долину. И стало тепло, даже жарко. Такая живописная полянка, вся в цветах. Не знаю, правда, что за цветы. Вот мы идем вдоль особо охраняемого покоса. Шаг влево-вправо, расстрел. Местные грозятся расстрелом. А вот цель наша там видна. Там полянка грибов. Полянка грибов. Сейчас я попробую. Вот они. Опята на пне. Вот туда мы путь держим. Подняться придется прилично. Склон крутой. Так, мы подходим к переправе. Мост через речушку, которая впадает в Чулышман. Здесь вот такой вот мост. По нему, конечно, машины не проедут. Но человек пройдет. Ближе подойди. Вот мост. Старый, старый. Туда дорога пошла вверх. После моста мы повернули направо и теперь движемся вверх. Все вверх, а тут вообще крутой склон. Вот они, грибочки. Попробуем их на вкус. Вот две пары ног, они пойдут по этой тропинке. Угу. Вон за теми грибами. Вон за теми грибами. Пока есть возможность наслаждаться прохладой в этом лесочке. Сейчас наша тропинка проходит через маленький лесочек. Здесь прохладно, хорошо. Тут река рядом шумит. А сейчас мы выползем на склон.
ручеек. Приятно. Вот здесь интересно. Здесь специально отводной канал сделали. Вот. Вода по нему бежит. Там он есть. Домики стоят. Там вот за этим лесом на полянке стоят домики. И туда отвели воду. Видишь? Вон там будем купаться. На обратном пути мы обязательно искупаемся в этой леденящей свежести. Ну вот, сейчас нам предстоит подъем. Очень тяжелый будет путь. Сейчас грибы отсюда практически не видно. Начинают открываться с этой горы грандиозный вид. Подъем очень крутой, дается тяжело, но вид, конечно, обалденный. Ну вот, мы забрались на самую высокую точку фактически и добрались до грибов. А вот и грибы. Зрелище, конечно, интересное. Вот такие вот они грибы. Закусочка. После водички учара вот такая вот закуска. А, вкусняшки. Так, небольшой отчетик о проделанном пути. Значит, вышли мы без 15 где-то, без 10. 9 сейчас, 10 часов 22 минуты. Высота сейчас 705 метров, была 505, что ли, где-то так. Значит, прошли мы 3 километра 960 метров. Значит, максимальная скорость была 6,8 км в час. Время в движении час, время остановок 28 минут. Значит, средняя скорость передвижения 3,9 км в час. И средняя общая скорость составила 2,6 км в час. Вот так вот. Такая вот статистика. По-другому и не назовешь, как лес. Огромные грибы выросли здесь на склоне горы. Вот такие вот грибыши. У многих грибов уже отвалились шляпки. Может, они не отвалились, а их кто-то сорвал. Вот, например, у этого гриба нет шляпки. Кто-то срезал ее. А вот эта шляпка скоро отвалится. Она прямо держится вот чисто на честном слове. Даже страшно проходить мимо этого гриба. Еще раз панорама и грибы, растущие на склоне.
Вот еще очень красивый грибочек вот этот вот. Прямо гриб и гриб. Так красиво растет. Как будто это белый гриб, я бы его назвал даже. Еще раз на обратном пути полюбоваться видами, ландшафтом грандиозным. Вот оттуда мы спустились. Там сейчас карабкается группа туристов. Мы уже все это прошли. Мы были там одни, потому что мы рано пошли. А сейчас там целое, наверное, человек 100 туда поднялось. Не меньше. В общем, надо раньше вставать и идти. И тогда в полной мере можно насладиться красотой, уединением. После такого утомительного подъема и спуска мы заслужили холодную ванну. Ой, а ноги сводят. Еще раз насладиться колоритом местной жизни. Да, запах не передашь, тут сено поставили, копешки, вот покос здесь, а там он камни. Запах просто чудесный, скошенное сено, вон там домики стоят, такая поляна. Так, подведу итог нашего похода по грибы. Вышли мы без 10:09 вот отсюда, вот с этого места, и вернулись 12:45. Весь поход занял вот больше 3 часов. Значит, ну это, в общем-то, что там было? Фотосессия, потом ванные процедуры, ванные, не знаю как, купальные процедуры. Ну вот и все. В общем-то, усталости практически нет, особенно после холодной ванны. Что еще? А, и статистика. Значит, сейчас мы на высоте 498 метров, то есть, а поднялись мы, забыл, ну там я говорил. Значит, прошли мы всего 8 километров 23 230 метров, максимальная скорость была 8,5 км/ч, время в движении 2 часа 5 минут. Время остановок 1 час 46 минут. Значит, средняя скорость движения 3,9 км в час. И средняя общая скорость 2,1 км в час. Все, за нами приплыли. Пока. За кружкой чая с медом алтайским я вспомнил важный момент, что весь путь, который я рассказал, не имеет значения, вся статистика. Сколько мы сделали, сколько прошли, если не указать место отправления. А место отправления — это турбаза Усть-Чульчи. Вот с этой турбазы мы ходили по грибы. И расстояние оказалось 8 с небольшим километров туда-обратно. Вот все, что я хотел добавить. Уже сказанному, увиденному, показанному и так далее. Вот мед. Алтайский мед. Сейчас мы будем пить чай.